Насыщенные дни сегодня не только у строителей, которые занимаются преображением бульвара Космонавтов, но и у жителей близлежащих домов. Брещанка Валентина не только наблюдает за тем, как родной бульвар приобретает новые очертания, но и старается внести свой вклад в наведение порядка на своей дворовой территории. Если уж наводить порядок, то везде. Я очень люблю свой город, а тем более свой дом. И поэтому хочется, чтобы была красота везде. Вот. Территорию взяли на себя немаленькую. Ходить было очень сложно, тем более пенсионерам. Сейчас, конечно, это очень нас радует. Красота. Еще не доделана, но уже очень радостно. Сегодня строительные работы в самом разгаре. Уже невооруженным глазом видно, через месяц-два на бульваре Космонавтов будет очень красиво. Во-первых, изменилась планировка. Масштабная реконструкция в основном и предполагала расширение проезжей части. Обе дорожные зоны увеличились на 3,5 метра каждая. Появились дополнительные полосы движения. Свежий асфальт, новая плитка, велодорожки, остановочные пункты. Проектом благоустройства предусмотрено логическое продолжение пешеходной аллеи от проспекта Машерова до улицы Орджоникидзе. В объемах работ получается тротуарного покрытия выполнено где-то около 80% от объемов объекта, по асфальтобетонным покрытиям около 50%. Значит, идем мы в графике, идет санация и прокладка инженерных сетей, которые вот в этой третьей очереди нашей, третьей закрытии. Вот. И значит, в начале апреля по правой стороне бульвара должен появиться уже чистовой слой асфальта. От Пушкинской до Орджоникидзе. Там буквально на день будет перекрыто движение, будет сброшено на левую сторону и уже будет в чистовом исполнении асфальта. Бульвар Космонавтов в центре города. Уплотненный транспортный поток. Все строительно-дорожные работы происходили таким образом, чтобы не было перекрыто движение. Вообще модернизация бульвара несколько отличается от многих городских строек. Здесь налажена комплексная работа сразу 7 субподрядных организаций. Каждый занимается своим делом и отвечает за него. Стоит задача их одновременно обеспечить фронтом работ, обеспечить последовательность ихних работ, так, чтобы это не влияло на жизнь горожан, неудобства, чтобы не создавало. И связано было с закрытием проезжих частей улиц, так как большой транспортный поток автобусов, большой автомобильный поток, пешеходы, студенты. Это мы все факторы учитывали, пожелания местных жителей. Все принимали во внимание. Сдать этот объект планируют в первом летнем месяце. Но строители признаются, что может получиться и раньше. Обновленный бульвар Космонавтов должен обязательно стать центром притяжения горожан и новой точкой на туристической карте Бреста. Ну а первые отзывы об обновленном бульваре не заставляют себя долго ждать. Получаю огромное удовольствие от проделанной работы, когда люди подходят, детки подходят и говорят, как хорошо стало, как красиво уложено и покрыты дороги, асфальт. Приятно, очень приятно получать отзывы от горожан. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.